sind gut ins Spiel gekommen. Команда Локомотив, мы хорошо вошли в игру, хорошо начали матч. Sind auch zu den ersten Chancen gekommen, bevor der Gegner überhaupt aufs Tor geschossen hat. И у нас мы создали свои первые голевые моменты еще до того, как соперник нанес первый удар по воротам. Aber auch ein Tor geschossen, leider. Ich habe es noch nicht gesehen, ob es abseits war. В ситуации с офсайдами точно не увидел, там был офсайд или нет, когда dann забили. Die Bilder, die ich bekommen habe, war für mich ein Elfmeter. Kann aber nicht genau beurteilen, jetzt, ob es einer war. То, что я видел, по моему мнению, был там пенальти, который должны были дать, но решение осталось за судьей. Haben dann kurz vor der Halbzeit ein ganz dummes Standardtor bekommen, wo wir schlafen und eigentlich zum Ball gehen müssen und warten ab und kriegen dann mit dem Halbzeitpfiff das Gegentor. И, конечно, пропустили гол в раздевалку совсем. Оставалось мало времени до конца первого тайма. Был сыгран стандарт, где мы, к сожалению, не разобрались, проспали. Вместо того, чтобы выходить на соперника, не вышли на него и пропустили ненужный глупый гол. Haben uns dann in der Halbzeitpause viel vorgenommen, wollten nach draußen gehen, wollten nach vorne spielen und haben dann auch mit einer schlechten Verteidigung das Gegentor bekommen. И в раздевалке в интервале много обсуждали, у нас был план на игру, чтобы идти вперед, чтобы вырывать эту игру, и планов было очень много, команда играла вперед, но, к сожалению, вот ситуация со вторым голом, мы тоже не разобрались в обороне, пропустили второй гол. Ja, und dann war es natürlich schwer für uns, also schon nach dem 1-0, aber auch nach dem 2-0 ist es schwer hier mit den Zuschauern im Rücken und auch mit dieser aggressiven Anlaufphase und auch mit dem aggressiven Zweikampfverhalten vom Gegner war es nicht einfach für uns hier nach vorne zu spielen. И, конечно, нам стало сложнее, было уже сложно после счета 1-0, ситуация осложнилась после счета 2-0, стало еще более сложно играть, потому что мы видели эту бешеную поддержку, как публика поддерживала местных игроков. Всегда так приятно играть, когда ты чувствуешь такую поддержку за спиной. И также та манера, агрессивная манера, как Факел играл в единоборствах, эта агрессия, может, где-то в какой-то мере не позволила нам захватить преимущество. Wir haben noch mal alles versucht mit verschiedenen Wechseln, aber leider sind wir heute nicht belohnt worden für das, was wir uns vorher eigentlich erarbeiten wollten. Das haben wir nicht hinbekommen. Da muss ein Schritt mehr kommen, da müssen wir nach vorne arbeiten, wir müssen viel, viel mehr nach vorne spielen, wir müssen mehr mutiger sein. Das haben wir heute nicht gezeigt und somit kannst du auch die Spiele nicht gewinnen. И мы бросили, испробовали все средства, которые только могли, чтобы исправить игру, были произведены большое количество замен. То есть мы практически попробовали все, что могли, все, что было в нашем распоряжении. К сожалению, этого не хватило, поэтому после этой игры надо работать, нам надо делать шаги вперед в нашем развитии, надо играть вперед, более организованно и более смело идти на мяч. И нам есть над чем работать в дальнейшем. Пусть эта игра послужит нам для анализа, для того, чтобы мы потом сделали шаг вперед. Если есть вопрос, пожалуйста, микрофон. Руку поднимем. В каких компонентах Spiel Komponenten waren die Gastgeber bei weitem stärker als er. In welchen Spielkomponenten haben sie uns übertroffen? In welchen Spielphasen, in welchen Komponenten Spiel? Ich glaube nicht, dass jetzt der Gegner besser gespielt hat. Er war wahnsinnig aggressiv und man hat gespürt, sie wollen das Spiel gewinnen. Sie haben ein Heimspiel mit den Zuschauern. Я не могу сказать, что соперник нас в чем-то превзошел. Могу сказать, что команда Факел играла очень агрессивно и испытывала бешеную поддержку болельщиков. То есть. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. Какой-то странный ответ. Also Sie haben Он мне говорит, что ни в каких компонентах. Ja, wir haben ein Gegentor bekommen in der ersten Halbzeit, keine Chance vom Gegner, ich habe keine gesehen. Und ein Standardtor mal bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir natürlich ein Tor schießen müssen und dass dann der Gegner automatisch stärker wird und auf Konter spielt, ist doch klar. Das ist Fußball. Ну, я видел, особенно ситуация, первый гол, как мы пропустили, это была наша ошибка, потом второй гол мы пропустили со стандарта, то есть мы больше позволили сопернику создать, и, к сожалению, соперник воспользовался этим. А так, чтобы сказать, что он в чем-то превзошел нас. Второй гол после затяжной атаки вообще. Er meint, dass das zweite Tor nach einem geplanten
Angriff. Naja, habe ich ja gesagt, wenn man 1-0 führt, dann spielt man auf Konter, das haben sie gemacht. Den ersten Konter haben wir verteidigt, den zweiten haben wir dann nicht mehr verteidigt. Когда, Schlecht verteidigt. Когда команда ведет в счете, мы играли, мы бросили все наши силы вперед, и поэтому логично всегда, что соперник играет на контратаке. Какие-то контратаки мы отбили, первую, вторую контратаку мы пропустили. Und der Gegenspieler, oder der Spieler, der das Tor gemacht hat, hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht, aber wir haben es schlecht verteidigt. И гол забили хорошо. Мы проспали этот момент. Недооценка была? Es handelte sich über ein bisschen Unterschätzung. Haben wir unseren Rivalen unterschätzt? Nein, keinen Fall. Ни в коем случае.